Мы хорошо начали, но путь впереди очень долгий. Удивительное упорство.
это еще не все. Так, мы показали Йонташу, на что мы способны. Он убедился, что Квотлов можно победить, и согласился нам помочь. Взять базу Бога Луны будет не так-то просто. Если бы мне удалось покопаться в их технике, я бы наверняка разобрался, как она работает, и мы сами могли бы ей пользоваться. Thank you.
Thank you.
Что это за создание? Не двигайся, я вытащу тебя. Тебе нужна эта штука? Иди возьми ее! Я был солдатом 43 года. Мне оторвало ногу. Я участвовал в двух войнах. Я убил столько людей, что сбил со счету. Никогда в жизни я не отступал ни перед кем и ни перед чем. И сегодня тоже не отступлю. У тебя повязка развязалась. И я тоже рада тебя видеть. Кстати, похороны Карлини прошли очень хорошо, если, конечно, тебя это интересует. Так что мы теперь будем делать, Джакомо? Ты что, собираешься возиться со своими игрушками и ждать, пока Квотлы нас не выследят? Джакомо, Ленора права. Этот монстр, который убил Карлини... Что бы это ни было, и чего бы он ни добивался, мы должны его остановить. Мы его остановим. Мы же удалили стекло из твоих ран. Это уже не рана. Этот взрыв изменил меня. Это невозможно. Круто. По крайней мере, теперь я могу это контролировать. Извел половину инструментов, пока не научился. Это поможет нам справиться с Квотлами. У меня есть кое-что получше. Начинается квотлская кампания. Йонтош, теперь этот герой доступен для будущих сценариев. Йонтош – мистик из глубины квотлских джунглей. Союзный герой, с каждым новым уровнем эффект расширения границ усиливается. Сокращает период восстановления всех способностей. С каждым новым уровнем больше. Хорошая штука. Здесь... у нас первая локация и недоступно улучшение никакое, то есть ничего нельзя сделать. Героя прокачать нельзя, вот 12 очков есть. Но локаций тут не так много. Вот, допустим, здесь 2, здесь 3.
здесь, три здесь, три здесь, три. Мало. Но фишка очень интересная. Здесь бои будут очень интересные. Вот здесь в локации Чумук, джунгли, которые джунгли порой непроходимы, однако множество извилистых дорог говорят о большой недавней активности. А здесь происходит развилка, и у нас будет выбор. Поэтому сейчас герои недоступны, дальше посмотреть нельзя. И на этой развилке будет происходить выбор между Алинами и Винчи, которые мы будем брать с собой в дальнейший поход, именно вот на все эти территории. То есть после вот этой завоевания этой территории есть два варианта игры. И я хотел бы сыграть за тот и за другой вариант. Сразу скажу, что Алины мне больше нравятся, и хотелось бы начать с них, так как их способности очень интересные. Джина прокачивать, там Даклоид, Доманур и призыв войск очень-очень интересно и красиво смотрится с квотлами. Ну а Винчи тоже классный, тоже очень мощные способности. У того же Пулитера взять, очень важная способность от оглушения, от всего вот эта аура. Но у них как-то, не знаю, послабее смотрится по сравнению с Алиной. Но опять же, и там плюсы есть, и минусы. Поэтому непосредственно перед развилкой можно разделиться. Потом с этого сохранения буду начинать играть за Винчи. Разлом. Чудовищные производители квотлов называют себя богами. И для их блага и лучше богами и быть. Из-за их тщеславия я потерял своего брата, мой город и Карлини. И ничто, кроме божественного вмешательства, не сможет спасти их от моей мести. У нас возникла новая ужасная проблема. Бог смерти, глава ложных богов Квотлов, придумал для защиты своего царства чудовищное средство. Чума. Его последователи этой болезни не подвержены. Но если мои войска двинутся дальше в джунгли, мы все умрем медленной и мучительной смертью. У нас есть слабая надежда справиться с этой напастью. Йонтош, человек, которого мы спасли из крипты, говорит, что может сделать противоядие. Но, к сожалению, материалы, которые ему нужны, находятся глубоко на вражеской территории. А того, что у нас есть, хватит на противоядие лишь для половины армии. Дробить силы не имеет смысла. Алины лучше воюют как единая армия. Да и наши Винчи тоже. Так что придется выбирать, на что сделать ставку в последней битве. Надо все очень тщательно взвесить, прислушаться и к рассудку, и к сердцу. Если я чему-то и научился в пустыне Калахизи, так это тому, что лучшее средство против техники – магия. Лучший, самый правильный выбор – это Арри, и после стольких лет разлуки в этой решающей битве мы будем вместе. Да, только так и никак иначе. Ленора и Винчи останутся здесь. Если мы потерпим неудачу, воевать с квотлами придется им. Ну вот, как мы видим, герои алинские все. Арри на данный момент самый мощный герой у нас.
Чтобы победить Квотлов, надо выяснить, на что способна эта технология. У нас возникла новая ужасная проблема. Бог смерти, глава ложных богов Квотлов, придумал для защиты своих... Чтобы победить псевдобогов, надо воспользоваться тем, в чем я разбираюсь лучше всего. В первую очередь, я изобретатель. Ленора и ее авиация еще ни разу меня не подводили. И потом, я не хочу встречать эту последнюю угрозу без нее. Мы хорошо работаем вместе. Я хотел бы, чтобы она была рядом со мной. А Ари и Алины останутся позади. Если мы потерпим неудачу, задача победить Бога Смерти ляжет на их плечи. Как видно, Савва у нас и там присутствует. Чтобы победить Квотлов, надо выяснить, на что способна эта технология. Думаю, небольшого количества этих войск будет вполне достаточно. Ну, не прокачанный у нас здесь, опять же, сам герой, Йонтош новый, Савву не прокачанный и Ленора. Экономика Квотлов основана не на деньгах, а на энергии. Чтобы увеличить производство энергии, стройте в городах реакторные районы. Самый прокачанный герой это вот эти у нас со второй кампании, полностью прокачанные. Там остается один ряд улучшений прокачать, они уже будут очень мощными.